Grand Review представляет Stealth with the Deep. Это новый хоррор на Grand Review. Летний вайб. Это затишье. Летнее затишье, игр нету, но тем не менее, хоть что-то иногда появляется. Я ждал эту игрушку. И с удовольствием я буду проходить вместе с вами. Поехали, друзья. Ну что, пока евро продолжается, небольшое такое затишье. И мы с удовольствием сейчас начнем проходить хоть что-то. Так. Наша задача отыскать нашу команду. Так, Рождеством, это милая, добрая открытка. Какие девки. Так, буровая вышка. Короче, что-то произошло страшное. Ну, пока, видимо, еще нет. Только начало. Но произойдет. О, запихон. Так, запихон. А, это ж в начале нам наша Сьюзи сказала. Короче, наша женушка, одним словом. Ну что, вываливаемся, старые дядь. Так, исследовать. Так, жилой корпус, кают, туалет, душ, выход на крышу. It's okay, it's okay. Очень красивая графика, очень. Так, что у нас тут? Что у нас тут? Глядим. Эй, привет, здоровается с кем? Что у нас по записке? По газетке. Апельвуд. Никто не хочет нам переводить. Так, запихон. Так, записка про профсоюза нефтяников. Уважаемые коллеги. Конница обчухи. Так, а что у нас тут? А это нет, не хочет читать. За окном непогода, буровая вышка. Что может быть лучше? Ну что ж, хорошо. Игра интригует. Игра уже доступна в Стиме. Вот совсем недавно вышла. Открывай. Блин, страшно идти туда. Ну хотя еще пока нет. Все на месте. Он Гаври колбасится. Работяга. Такс. Что у нас здесь? Ооо, ребята, тут вообще. Тут задница, потеки. Почему никто не следит? Почему никто не убирает? Так. Открывай вот эту. Каютку. Так, куреха. Ребята, осуждаем. Только за здоровый образ жизни. По утрам пробежки и спортзал. Эй, пупларь! Чё ты там говоришь? Да это Скуф! Смотри, Скуф! Чё, пиво может быть тебе? Или покурить? А, Скуф? Ты смотри, он матюкается! Финли! Да ты не Финли, ты пупларь! Смотри, я уже даже не владею камерой. Ну, все пропустить, естественно. От собака. Чего он хочет? Курить? Ну что, ребята, за каникулы 3 месяца кайфуем. Так. Чё этот Скуф? Нам сказали. Ой, какая графика, ребята, как по-настоящему все, нифига себе. Так, мы. Ёпта! Тихо. Это же голая задница, ни в коем случае. Это нельзя показывать. Нас смотрят дети. Ключи. Нельзя. Это мы пройдем. Ни в коем случае. Так, что у нас тут?
Голожопая морда, ты смотри, голопопики. Это не надо. В детской игре. Ну почти. Хор. У кого-то здесь Новый год, да, продолжается? Ну прикольно по этим полазить. По каюткам. Девки тут. Так, продолжаем наше путешествие. Так, заметка от Кадала. Где ничего нету. Куда нам идти? Куда нам, ёкерный бабай, идти? Тут все закрыто, тут все перекрыто. Там голая задница. Тут закрыто. Что у нас тут? О. Так. Что тут прикольного у тебя? Исследовать. Это мудила, мудила. Кто, вот животное, вот здесь животное спит. Все засрано, кровать не убрана. Ой-ой-ой-ой. Стоп, там что-то было. Там какое-то взаимодействие было. Обожаю такие игры. Так. Тут был ремонтник, правильно? Да. А ну, сюда можно попасть? Так, давай вот сюда. Так, у нас же можно цель, так. Спуститесь в столовую, вот она, ёптель. А это прячечная. Хочу в столовую. Я хочу в столовую. Ну ладно. Давайте пока спустимся в прячечную. Ты же нажал! Да я понял, что надо в столовую. Но тут же много чего интересного есть. Поговорить. А, вот, тут все, оказывается, тут все на месте. Мы уже на месте, ребятушки. А, вот и столовая. Поговорить с Роем. С Роем чего? Мух! Пчал! Дайте полазю немножечко я. Почитаем. Опять голые задницы. Да что ж так? О, Новый год. Слушайте, может у них Новый год в натуре? О, бильярд. Ребята, я обожаю. Ой-ой-ой, это мечта. Играть. А что это такое? Вот это что за... Вот это что это за игра? Это что похоже на бильярд? Ребят, это интересно. Надо будет загуглить. Какие-то грибочки, типа. Дайте шары погонять. Нифига себе. Вот это они тут живут, кайфуют, блин. Бильярд ебашу играют. Не жизнь, а сказки. Сказки. Что у нас тут? Как нужно. Не, кайфуны, смотри, все четко. О, тихо записан. Ничего не понятно, но очень-очень интересно. Ладно, пойдем. Чё? А, тьфу, у меня уже глюки. Думал, это вода уже здесь. Так, столовая, скуфы жрут. Не, ну тут не все скуфы. Чё у нас тут? Исхауки. Рождественское меню.
Так, что же у нас тут готовят? Жарко из индейки, картошка с брюквой, морковь, сосиски в тесте. Куриная колбаса. Че? Жрёте, суки? Здорово, Скуф. Чё там? Это кто? Это мы? А, это этот, повар. Мы с Рой, точно. Парит как бабочка, говорит, и ты это, боксер, блин, недоделанный. Lovely job, thanks, Dobby. Oh, Trot says he's left your insulin in your cabin. Oh, bless his little communist socks. Да иди ты уже, дай пожрать. Remember, life is like football. It's not over until the final. Бомж, как футбол, да, жизнь как футбол. You're a Barnsley fan, so you're pretty much fucked from the off, right? Oh, I will see you hand for that, McCleary. Off you trot, lad, before his nips blows a gasket. Согласен. Ну прикольно тут диалоги. Так, направляйтесь на палубу. Сейчас жрёте, суки. Ёлочка, ёлочка, ёлочка Гали. Прикольно. Так, насранцы хавают. Ты жри, подавишься, Скуф. Да пою. О, не могу. Какие долбоёбы, эти ржут, блин. Так, что ещё? Они как зыканы, да? Что ещё здесь интересного? Кто-то уже пожрал. Что тут ещё? Мария Магдалина. Так, а с этими можно потрындеть? Нет. А, давай. Нет? Ну ладно. Ладно, на вагончике. Уходим. Так, куда мне? Так, направляйтесь на палубу. О, на палубу это вообще... Так, что у нас тут интересного? Что можно еще полазить? Не лазить. Здесь туда нельзя. Покружимся мы. То ли душ, выход на крышу. Там заслано. Чё там, Скуф, убрался уже? Может, можно с ним ещё пообщаться. Скуф! Нет. Он слишком занятой сегодня. Так, задница там помылась? Хоть немножечко полазить. Так. Так, туда не заглядываем мы его нахер. Вон она задница моется. До сих пор моется, прикинь.
Приду звукать на крышу. Я хочу на крышу. Почему нас на крышу не пускают? Что за фигня? Шикарная игрушка. Вообще просто обалдеть. Будем сейчас проходить, ребятки. Просто хочется немножечко поизучать, что где тут интересно. Так. Так, он выплыл из шкафчика, выходит на палубу. Ага, столовку. Там мы были, там мы были, там и били. Тра-та-ри, та-та-та-ри. А, твой? Да нельзя. Много чего, много интересного, где можно полазить. Тикс. Тири-ти-тири-тири-т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 и. Тири-ти-ти-ти-ти. О, это чё? Дом, милый дом, Бейра Д. А, вон оно чё, обозначухи. Короче, какая-то аномалия тут будет. Открой. Нельзя. Это столовка. Тут тоже закрыто. Тут припасы, припасы, жратвение. Чё ты, чудик? Смотри, сколько хавки. Обалдеть, это всё ж пропадёт. Ну, пойдёмте на палубу, так уж и быть. Удерживайте. Надо удерживать. Ну что, ребятки, великолепно. Хочется, хочется проходить, пока летняя жара. Пока немножечко от евро отдохнем. Хотя он в 19 часов, не пропускайте. Пока есть во что поиграть. Так, направляйтесь на палубу, палубу. А я же на палубе. Стопе. Короче, это предзагрузка. Предзагрузочное было настроение. Это одеваем форму обязательно. На свежий воздух! Но неужели? Вход, палуба. Так, что там написано? Пересеките палубу, найдите кабинет арены. Вот он, ну был такой мини-пролог. Да. Ну что, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Игры от Юфи, Яндекс.Дзен, помощь которого очень признательны будем. Игра очень шикарная, будет очень советуем. И, конечно же, до новых встреч. Летний вайб, Grad Review. Welcome back.